Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Spyro the Dragon, прототип от 15 июня 98 года, и у нас на очереди следующий второй босс, доктор Шем. Итак, ищем вход в этот уровень к боссу, где-то я его видел. По-моему, вот здесь вот у нас босс, да, заходим. Entering boss. 2300 у меня уже собрано. Ну тут, наверное, перед боссом надо будет еще что-то сделать. Собрать сколько-то. 300, ни хрена себе, и одного освободить еще. Да, уровень просто называется босс. Без доктор Шемп еще. Ну ладно. Ой, ты псих что ли? Как тебя гасить-то? А, все что ли? Самоликвидировался? А с тобой что делать? А, просто огнем отдать. Обдать. Понятно. Так, тут шкатулка вот есть. Сзади. С десяточкой. Важно не пропустить ничего. А, я понял. Я понял, блин, я так подохну. Если меня так будут часто подрубать, эти психи. Так, потом вот такая парящая шкатулки такие. Синие. 300 камней, ну это многовато тоже, да. Так, а чё-то они сами себя уничтожили, по-моему, сейчас. Я их вообще не трогал. Я не помню, были ли такие психи вообще в релизе. А этого бодать нельзя как раз. Этого надо огнем всегда бить. Так, здесь у нас вообще ключ лежит. А тут, кстати, вихрь есть. Так, берем десяточку здесь. Потом еще два синих камня, зеленый. И вихрь поднимет меня наверх. Но мне наверх не надо. А, хотя нет, не надо наверх. Как не надо? Но я вот тут еще вот этого не убил. Могу ли я тебя убить? Не получается. А, вот тут ступеньки есть. Долечу. А ни хрена. Значит, надо сначала на вихрь, на. С него надо ключ взять. Так, это меня куда закинет? В пещеру вообще. Теперь берем ключ. Откуда-то. Так, ну и туда как-то долететь тоже надо. Я даже не знаю как. Отсюда я долечу? Сомневаюсь. Хотя, нет, долечу. Долечу, долечу. Так, вот тут еще пещера есть. Роняем этого чайника. Я не знаю, может в пещеру сходить? Тоже немножко есть для нас. Отсюда я могу куда-то полететь? Если вот так подумать, постоять. Ну, я не то чтобы вижу, куда можно вообще полететь отсюда. Я вообще не вижу. Так что вряд ли, вряд ли. Ладно, пошли назад. Доктор Шем. Босс следующий. Тут у нас пещерка такая вот. И вот единственный дракон, который на уровне. Так, ну тут я ничего не вижу. А, вот.
Ой-ой-ой! Ну все, я слился. Откуда сохранка? Ну, сохранка рядом. Ладно, все жизни не просрать то. И как тебя бить? Ни хрена, не пойму я. А, во! Поджечь ему задницу надо несколько раз, по-моему. Переходим по мосту. Ауч, опять слился. Не, подожди, я не хочу терять все жизни. Так, немного. Так, второй раз надо. Есть. Десяточку получаем. Ха. Так, ну камней это 300 должно быть. А здесь не было внизу. Его надо несколько раз. Это вот и есть доктор Шем. Получается. Да чтоб он меня... Попался. Все, устранили босса. Собираем камни. И мне нужны мухи. Иначе меня сейчас покарают. Быстро. Так, впереди я вижу... Отсюда можно куда-то полететь? Ну вот, мостик. Так, это конец уровня, двоечка, да? Да. Ее пока не берем. Вот сюда надо ключ будет применить, понятно. У меня есть вроде ключ. Еще сколько-то камней сейчас дадут. О, пурпурный. Один пурпурный. На 25 зато сразу. Так, ну этого недостаточно. Где-то еще я прозевал камни. А где? Где-то там, по-моему. Давай искать. Здесь сверху нет уже? Не вижу. Твою-то мать, а? Ну как же так? Опять слил очередную жизнь. Ладно, бежим вперед. Ну здесь яма. Здесь я ничего не вижу. Давай на мост. Вот туда же мне нельзя полететь. Наверное, нельзя. А куда тогда? Хм. Здесь конец уровня. Мне точно куда-то еще надо где-то побывать. Вон еще сколько камней не взято. Я понятия не знаю, куда. Так я сохранюсь. Может быть, здесь где-то пещерка есть. Все-таки. О которой я не знаю ничего. Да не похоже. Сразу утопает. Ну тут тоже вряд ли. Ну он сразу тут утопает, бесполезно.
А где тогда такое место, где я еще не был? Интересно. Давай возвращаться будем искать. Так, в той-то пещере я был? Был. Здесь на ступеньках я был? Да вроде был. А сюда я уже, кстати, не могу вернуться почему-то. Интересно. Че, серьезно, что ли? А вот это вот обидно. Может, здесь тогда могу вернуться? Это я куда возвращаюсь? А, вот начало уровня. Практически. Может, я тут что-то пропустил все-таки. Давай искать. Не знаю. Ничего не вижу. Я ничего не вижу. Внизу яма. Ее я вижу. А здесь пропасть. Ну вот какой-то вихрь еще есть. А, может быть, здесь меня... Точно, я этим вихрем не пользовался. Я его видел. А, вон еще туда можно полететь. 25 взять сразу. Так, и двоечка на финале получается. Все, пошли к финалу. Все взяли вроде. Остальное. Да, плохо, что я столько жизней потерял. Я так понял, в этой игре нельзя загружаться. Сохраняться можно, а загружаться нельзя, потому что титульного экрана нету. Вау! Еще одну жизнь слил. Да ладно, пофиг мне на эти жизни. Я же играю на эмуляторе. Надо просто квиксейвы почаще делать. Не париться. Да, вот, возвращение домой. Еще 300. Взяли. Так, ну что ж, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи, услышимся в следующих сериях. Пока-пока.